Я вообще бы к вам пошел, ей-богу. Ну тут поставили, видите, преграду. Я могу, конечно, попробовать перепрыгнуть. Вспомнить юность. Как-то так вышло в моей жизни, что последние годы я очень много работаю в кино. Сказать, что очень много работаю в кино, это не сказать ничего, потому что последних лет, наверное, это 20-25, я живу без отпусков и даже практически без выходных, потому что я не успеваю закончить музыку к одной картине, меня приглашают на следующую, и эта карусель катится и катится. Может быть, даже вы видели некоторые из тех фильмов, которым я писал музыку, такие как «Тарас Бульба», «Идиот» по роману Достоевского, «Мастер и Маргарита», «Честь имею». В общем, этот список можно продолжать до бесконечности. Я это все, собственно говоря, к чему говорю? К тому, что я сейчас попробую спеть песенку, которую тоже когда-то написал для фильма с таким страшным, пугающим названием «Бандитский Петербург». И называется эта песенка «Город, которого нет». Бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику дым? Где наверняка помнят и ждут? День за днём, то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Там для меня парит очаг, как вечный знак забытых мест. Судьбой дано. Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город. Там для меня как вечный знак забытых истин. Не дано последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Субтитры сделал DimaTorzok.
всей души хочу поздравить вас с Днем туризма. Я, правда, мне интересно, какой процент собравшихся имеет отношение к этому? Или все? Все прям такие, молодцы. Молодцы. Путешествовать — это прекрасно. Вы знаете, я хочу пожелать всем вам. Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда с тревогой не думали о завтрашнем дне. Чтобы вы сами, ваши родные, ваши близкие, всегда были бы обуты, одеты, сытые и здоровы. А еще я хочу пожелать вам, внимание, много-много денежков. И чтобы на эти денежки вы себе смогли купить все, что не захотите, но самое главное вам желаю. Я вам желаю, чтобы вам всегда, подчеркиваю, всегда оставалось чего хотеть. Потому что, поверьте мне, в жизни ведь главное не иметь. Самое главное в жизни – это хотеть. Мне кажется, когда человек ничего не хочет, это страшнее болезни и страшнее одиночества. И наоборот, стоит сильно-сильно захотеть, только сильно-сильно. И ваша жизнь сама по себе, как по мановению волшебной палочки, начнет меняться. А еще, знаете, мне кажется, что старость приходит не тогда, когда человек уже не может. А старость неожиданно является аккурат в тот день, а часто это бывает совсем в молодом возрасте, в тот день, когда человек просто перестает хотеть. Ибо пока человек хочет, он живет. Будьте счастливы! Спасибо вам! Спасибо огромное. Спасибо вам. Здоровья вам крепкого. Прямо сегодня? Да. Поздравляю вас. Спасибо. Никак, по-моему, вообще. Как ваше здоровье? Не дождетесь, говорю. Спасибо большое. Все болеют, да. Спасибо вам. Спасибо. Почему-то с возрастом здоровее не становится. Тихо. Вы меня извините, я долго не смогу с вами фотографироваться, потому что у меня еще... Игорь Евгеньевич может с вами сфотографироваться, Игорь Евгеньевич? Пожалуйста. Давайте, пока я тут стою, подходите. Подходите побыстрее, пожалуйста. Одному. Спасибо вам также.